6 июня – знаковый день в истории нашей, да и мировой литературы. Эта дата ознаменована появлением на свет великого русского писателя Александра Сергеевича Пушкина. Традиционно в начале июня в библиотеках проводятся мероприятия, посвященные этой дате. Центральная библиотека имени Соболева тоже не осталась в стороне. Ее работники подготовили экспозицию, посвященную творчеству поэта. Книги, выставленные на ней, рассказывают о биографии автора, о любимых женщинах и друзьях, а также о любимом городе писателя Царском селе. Вот такие книги представлены на наших витринах. Можно их по первому требованию получить, ознакомиться и взять домой почитать. Среди книг, представленных на экспозиции, есть как литературные новинки, так и раритетные издания. Получить их можно в любой день. В течение лета все 13 библиотек района будут работать в обычном режиме и жить активной культурной жизнью. Мы всегда ждем вас. У нас оборудованы интернет-места. Новые поступления регулярно приходят в наши фонды. Мы трудимся и выдаем книги в ногу со временем. У нас есть все новинки, которые вы видите на книжном рынке. Есть современные газеты и журналы. Поэтому летом, если вам станет грустно, скучно, а может быть просто захочется посидеть в тиши библиотеки и почитать умную интересную книгу, приходите к нам. Помимо дня рождения Пушкина, июнь богат знаменательными датами. 9 числа этого месяца – день рождения Петра I. Выставку, посвященную героической судьбе основателя нашего города, также можно будет посмотреть в библиотеке имени Леонида Соболева.